Влада зробить все, щоб не допустити сепаратизму і кримського сценарію на сході України. Про це напередодні в ефірі телеканалу «Інтер» заявив ВО глави адміністрації президента України Сергій Пашинський. Дії, які зараз розгортаються у Східному регіоні, він назвав геополітичними іграми Росії і закликав українців не піддаватися на провокації. Это терроризм. Есть убитые, есть раненые. Террористы, диверсанты. Это фактически диверсанты. И у нас есть целый ряд доказательств. И мы представим обществу, что это диверсанты не украинского происхождения. Мы разворачиваем все необходимые силы и средства. По линии МВД я официально информирую жителей, чтобы просто не было спекуляций и инсинуаций. В восточных областях создается корпус спецподразделений МВД, которые будут укомплектованы местными жителями, которые изъявили желание защищать, вот вы это наводили один пример, свои города, свои населенные пункты от оккупантов. На жаль, ФСБ працює не только на сходе Украины, оно працює и в Киеве. И я прошу, не поддавайтесь на провокации горе-политиков и провокаторов ФСБ, которые хотят дестабилизовать ситуацию не только на сходе Украины, а и в Киеве.